Всем привет! Вы на канале Без Воды. В данном видео я покажу, как отменить заказ в Озоне. Итак, заходим на Озон через приложение, либо через сайт. Здесь переходим в раздел «Мой Озон». Далее проваливаемся в свой заказ. Здесь внизу должна быть кнопка «Отменить». Нажав на нее, заказ отменится. Но если ее нет, так как у меня, то действуем следующим образом. Справа вверху жмем по кнопке «Сообщение». Здесь выбираем чат с поддержкой Озон. После приветственного сообщения выбираем нужный заказ. Далее выбираем «Отменить заказ». Указываем причину возврата. Затем здесь подтверждаем отмену заказа, выбрав сообщение «Все равно отменить». И далее еще раз подтверждаем, нажав кнопку «Да, хочу отменить». Все, заказ отменен, можно завершить чат. Деньги вам поступят в течение 3 дней на карту, с которой вы производили оплату. А на этом все. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях. А также, если данное видео было вам полезно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!